Капитолий. Центром Рима издревле считался Капитолий. Самый невысокий, 40 метров над уровнем форума, и небольшой по площади, но самый значительный из 7 холмов вечного города. В древности Капитолий был одновременно крепостью, религиозным и политико-административным центром. По традиции, городская мэрия и поныне находится на Капитолии. Согласно легенде, название его происходит от черепа этрусского воина по имени Толи или Оли, Капут Толи, найденного при строительстве храма Юпитера. Холм был надежно защищен острыми скалами и стенами, которые венчались с четырех сторон угловыми башнями, и подняться наверх можно было лишь с форума. В древние времена Капитолийский холм имел две отчетливо выраженные вершины. На правой стоял храм Юпитера, строительство которого начал первый царь этрусского происхождения Тарквиний Приск. Храм Юпитера был конечным пунктом всех триумфальных шествий. Пройдя через форум и под триумфальными арками, торжественные процессии поднимались по священной дороге на холм и приносили жертвы Юпитеру, а победитель возлагал на алтарь свой лавровый венок. Во дворе перед храмом устраивались пиршества. По сей день над крышей дворца сенаторов возносится 35-метровая капитолийская башня, где были установлены часы, по показаниям которых производился полуденный выстрел из пушки сначала с замка Святого Ангела, потом с Монте-Марио. Теперь в полдень пушка стреляет на холме Джаниколо. Стоящий по бокам площади вершине Капитолия стоял храм Юноны. Эта богиня появилась здесь после взятия Вей, столицы Этрусского союза из 12 городов. Римляне долго осаждали город и в конце концов решили прорыть подземный ход, чтобы зайти со спины к защитникам крепости. Проход вывел их внутрь храма этой хранительницы гор, памятник Коло ди Риенцо. Ему удалось объединить всех итальянцев идеей возрождения Древнего Рима и создания независимого государства. Здесь обратился с речью к римлянам Брут после убийства Цезаря, и Сивилла предсказала императору Августу рождение Христа. По преданию, на Капитолии стояли 70 бронзовых статуй римских провинций с закрепленными на них колокольчиками. Когда народ какой-либо провинции восставал, колокольчик начинал тревожно звонить, и император отправлялся наводить порядок. В средние века на опустевшем холме, лежавшего в руинах древнего города, паслись козы. Об этом напоминает название одной из улиц в правой части Капитолия – «Виа ди Монте Каприно». Но Рим, как Феникс, возрождался снова, и уже в 1341 году на Капитолии венчали лавровым венком великого поэта Петра. В эпоху Возрождения величественный город начал воскресать из развалин, и площадь на Капитолии стала первой, созданной по первоначально разработанному проекту. Микеланджело задумал ее как театральную сцену, проведя в 1538 году реконструкцию по случаю прибытия в Рим императора Карла V. Слегка выпуклая поверхность площади и звездный рисунок из белых полос В многочисленных залах музея собрана богатая коллекция картин. Керчино, Караччи, Рени, Рубенс, Ван Дейк, Веласкес, Тинторетто, Веронезе, Тициан, Доминикино, Караваджо и другие. Великолепных гобеленов, мозаик, древних саркофагов и барельефов, изделий из бронзы. Здесь хранится оригинал.
стоящие по бокам площади здания музеев, выполнены также по рисункам Микеланджело. В залах расположенного слева Капитолийского музея, Музео Капитолино, собрана богатейшая коллекция античных изваяний: Венера Капитолийская, умирающий Гал, раненая Амазонка, 65 бюстов римских императоров и философов. Во дворе музея Thank you.
Виднейшие архитекторы, сначала преимущественно греки, работали здесь над сооружением храмов и монументов. По базальтовым глыбам священной дороги, почитающейся царицей дорог, проходили под триумфальными арками торжественные процессии победителей, поднимавшихся на Капитолий. По ней из Греции в Рим приносили священный олимпийский огонь. В храмах накапливались захваченные в войнах сокровища. В годы разрухи и упадка Рима пространство форума приходило в запустение. Согласно бытующей в Риме легенде, здесь, в пещере, поселился огромный дракон, который своим тлетворным дыханием отравлял воздух в округе, и потому всякого, кто осмеливался приблизиться к его жилищу, ждала гибель. Папа Сильвестр I, вооружившись несокрушимой верой, взял распятие да тонкую шелковую нить и отправился в злосчастную долину смерти. Громко вознося молитвы к Богородице, папа связал шелковой нитью остолбеневшего дракона, а его спутники убили чудище. Однако историки истолковывают дело иначе. В старину, там, где происходили рассказанные в легенде события, был небольшой пруд, воды которого постепенно загнивали и обратились в рассадник комара Анофелеса, разносчика малярии. Люди, не понимавшие истинной причины гибельности этого места, приписали все тлетворному воздуху, малоария, который вызывает страшную болезнь, малярию, и даже несет смерть. Так что на самом деле виной тому был не смертоносный воздух, не стоячий пруд и даже не исполинское страшное чудовище, а всего-навсего крохотные насекомые.
Во дворе музея консерваторов это фрагменты колоссальной статуи Константина Великого. По известному преданию, Рея Сильвия, дочь царя Нумитора, злодейски свергнутого братом Амулием, была припровождена в храм Весты и обречена на безбрачие. Однако Рея родила двух близнецов – Ромула и Рема, объявив, что их отец – бог Марс. Амулий повелел положить младенцев в корзину и бросить в Тибр. Но корзина не затонула, ее пастух Фаустул увидел малышей в тот момент, когда их кормила волчица. Кстати говоря, волки считались животными, посвященными Марсу. Фаустул забрал детей и вырастил их. Став взрослыми, Ромул и Рем после долгих перипетий встретились с дедом Нумитором, убили коварного Амулия и решили основать город. Как говорит легенда, в конце концов, город получил имя Ромула. По традиции, днем рождения города считается 21 апреля 753 года до нашей эры. Эта дата... Здесь хранится оригинал знаменитой капитолийской волчицы, сделанной в V веке до нашей эры этрусским мастером Вулком. В 65 году до нашей эры волчица была повреждена молнией. На ее задних лапах и теперь можно видеть оплавленные следы. А в 15 веке Палайоло дополнил древнюю статую фигурками Ромула и Рема. По известному преданию...
дворе музея возлежит умолкнувшая ныне одна из говорящих статуй Рима – бог рек Марфорий. Слегка выпуклая поверхность площади и звездный рисунок из белых полос на брусчатке сходятся к подножию элегантного постамента. Мастер хотел по традиции украсить его обелиском, но затем остановил свой выбор на конной статуе Марка Аврелия. Это единственная из бронзовых конных статуй, оставшаяся от античного Рима. Прежде она стояла у церкви Сан-Джованни ин Латерано и уцелела лишь потому, что ее ошибочно принимали за монумент первому христианскому императору Константину. Сейчас в центре площади высится копия, а оригинал стоит в застекленной нише во дворе Капитолийского музея. Когда-то под передним правым копытом могучего коня Марка Аврелия корчилась крохотная фигурка поверженного варвара, и весь памятник был покрыт позолотой. Ее следы кое-где видны на монументе и поныне. В Риме бытует поверье, что судный день настанет, когда статуя Марка Аврелия вновь засияет позолотой. Этот же день возвестит и крик маленькой совы, которую можно угадать в очертаниях завязанной узлом челки коня между его ушами. Следить за древним памятником папа назначил специального хранителя. Должность эта была очень почетной и хорошо оплачивала, и со смотровой площадки взгляните на форум. Прежде все охватываемое взором пространство римского форума представляло собой огромную заболоченную низину, вокруг которой амфитеатром поднимались четыре центральных холма Рима – Капитолий, Палатин, Эсквилин и Квиринал. Осушением этого огромного болотистого пространства начал заниматься еще царь Тарквиний Приск, 6 век до нашей эры. Он пригласил этрусских мастеров, которые прорыли укрепленные камнем русло Клоаки Массима, отводивший в Тибр все грунтовые, истекающие с окрестных холмов воды. Позднее, ко 2 веку до нашей эры, над Клоакой были возведены своды. Под форумом канал имел высоту 4 метра, ширину 3 метра. Это огромное подземное сооружение длиной более километра, внутри которого может пройти запряженная повозка. Древнее сооружение тысячелетиями безотказно выдерживает нагрузки как изнутри, так и снаружи, продолжая функционировать и поныне. На осушенном пространстве между двумя холмами окрестные жители устроили форум, где они собирались для обсуждения различных проблем и обмена товарами. Случались тут и баталии. Наиболее известная из них произошла между обитателями Палатинского холма, латинами, среди которых преобладали мужчины, и сабинами, пришедшими на выручку похищенным у них во время общего праздника женщинам. Однако разумные сабинянки, которым пришлись по нраву мужественные латины и которые в новых семьях стали почетными матронами, выступили в свойственной женщинам от века роли миротворец, и два народа постепенно слились в один. В память о подвиге женщин был установлен праздник Матроналии, отмечавшийся в мартовские календы. Отголоски его сохранились до ныне в женском дне 8 марта. Со временем торговля постепенно сместилась в соседние районы, а форум стал административным, военно-политическим и религиозным центром города. Виднейшие архитекторы, сначала преимущественно греки,